Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Время истины». 2 июня архиепископ ростовский Новочеркасский Пантелеймон осветил в новом родильном доме часовню в честь иконы Божией Матери, помощница в родах. За чином освящения наблюдали корреспонденты телестудии «Дон Православный». «Женщина спасается чадородием». Эти слова отцов церкви хорошо помнили устроители окружного центра новых медицинских технологий «Семья», а проще говоря, родильного дома с православной часовней в нем. 2 июня чин освящения часовни в честь иконы Божьей Матери, помощница в родах, совершил архиепископ ростовский Новочеркасский Пантелеимон. Сослужили правящему архиерею благочинный приходов ростовского округа протоиерей Иоанн Осяк и духовник нового медучреждения, настоятель свято-казанского храма Донской столицы иерей Дмитрий Соболевский. Приезд архиерея для верующих – это всегда событие и большая честь. Учредители центра обратились к архиепископу ростовскому и новочеркасскому со словами благодарности. Владыка Пантелеимон, в свою очередь, поздравил персонал учреждения с приобретением освященной часовней. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время для того, чтобы осветить нашу часовню, наш медицинский центр. Мы надеемся теперь, что с Божьей помощью здесь будут рождаться здоровые дети. Мы будем сохранять здоровье матерей, а также их отцов. Мы будем очень стараться для этого. Мы вас очень сердечно благодарим. Большое вам спасибо. Вторая после священника профессия на земле – это врач. Профессия священника и врача пекутся об этой душе, которая создана Господом по образу и по подобию. Да хранит вас всех Господь в вашем благородном профессиональном деле. Ростовский-на-Дону центр новых медицинских технологий оборудован по высочайшим мировым стандартам, существующим для подобных учреждений. Высокотехнологичное оборудование, квалифицированный персонал, в числе которого заслуженные врачи, доктора и кандидаты медицинских наук, максимально комфортные для рожениц и новорожденных условия пребывания. И, что особенно важно, здесь никогда и ни за какие деньги не сделают аборт. Ведь, будучи свидетелем промысла Господня о людях, настоящий врач несет в мир жизнь, а не смерть. Услуги нового родильного дома платные. При этом персонал уверяет, что доступны они будут не только VIP-пациентам, но и людям со средним по российской мерке уровнем доходов, при равном качестве услуг для одних и других. Медперсонал подбирался с очень большими требованиями. У нас был большой конкурс, отбор на средний и младший персонал. Было около 6 человек на место. Они проходили сразу тренинги. В общем-то, и в процессе тренинга с психологами шел отбор. И не только по профессиональным, безусловно, качествам, но и по человеческим качествам. Вы видели сотрудников, мы специально постарались сегодня так камерно сделать, по-семейному встретить владыку. И сегодня, конечно, большое счастье, большой день. Центр новых медицинских технологий «Семья» в Ростове-на-Дону готовится принять первых пациентов. А над окном родильного отделения уже повесили небольшой колокол, звон которого будет каждый раз сообщать о том, что в мир Божий пришла еще одна живая душа.